Итак, всем привет. С вами Венерлин. Да, мы снова будем проходить этот ужас. Как там меня слышно? Наверное, вот так лучше будет. Чуть потише. Так, я тут в офлайне прошел еще один уровень. Так, вот это первый, второй, третий. Это четвертый, по идее. Что у нас тут выбрано? Угу. Чем мне больше всего вот это оружие понравилось? Там всех кто выносить не обязательно. Ну так и сдохнуть можно. Нет, японский не знаю. Я так все по картинкам, короче. Во всяком случае, буквы вот эти японские, или символы, как это называют, я не знаю, один только, иероглиф Кава называется. Ну и как более, наверное, по башке таким куском, да.
стримит Венерлин. Блин, слушай, я все не то жмот, а. Первый был босс. Мы с ним будем раза 4 сражаться в этом уровне. Тут как положено во всех битмапах есть лифт. Спуск в ад, короче. Интересно, у меня такое есть, заклять со льдом?
Можно глянуть. Так. Что-то у него не куплено. Единственная вещь осталась не куплена. Какой-то луч. Так, вот он, да? Ого. Так, ну, думаю, перебережем на потом. Жалует вместо вот этого. Луч, конечно, мощный, но энергию посадил вообще. То есть спирит. Сюжет? Так, ну сюжет на японском здесь. Если вкратце, то Тенши просыпается в магическом лесу и обнаруживает, что у него нету магической силы. Сестенки и истохи. По сюжету. Так, хотел вот это попробовать. О, фига, мощный удар. Чё тут вот такой удар есть мечом? Ну это вообще не аниме изначально, потому что это серия шмап просто. Очень редко, когда попадается не шмаповая игра. Ух, ё-моё. Тут феечка не слабо прилетела. Цирма. Почти что. Что ж такое-то?
Оу. Сейчас убьет. Замирала. Ого, тут рикошеты, что ли? Ага. Просто очень резкие ребята. Чем меня бьет, я не понял. Вот эти монет должно. Чему это путь назад, как я понял? Так можно было просто пройти. Так или иначе уже босс. Ну как ни странно, этот босс легче, чем прошлый оказался. Прошлый так это вообще адский просто был босс. Там если не знаешь, что делать, то у него, короче, атака все длится, длится. А по нему урон никак не нанести. Так что это не то дело. Ну, вторая форма уже интересна. У этих колец адский урон. Ну вот сейчас вообще веселье начнется. Да, я про него.
Сейчас я даже не помню, что будет. А, сейчас просто будет. Бля. Надо лаву. Надо я амулет сажать. Амулет не сажается, я понял. А нет. Не успел я. Резко стало. Ну, последнюю форму я не понял, чем вообще. Тут челлендж заключается. Мне показалось очень простой. Где-то там сверху летит что-то. У меня, конечно, вон ХП просто дохренище.